Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Seltos. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Смотрим, салон мы разобрали, смотрим, что у нас по штатной шумоизоляции. Пол, багажник, небольшой кусок. Задние арки, голый металл. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. А это одни из самых шумных мест в автомобиле. Смотрим по дверям. Вот небольшой квадрат. Слышите, как звенит. Пол в салоне, ну, кое-где также квадратами обработано. Крышу смотрим, голый металл. Передние двери. Побольше полоска, но все равно слышите, как звенит. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Kia. Проклеены с шумопоглотителем по багажнике, проклеены задние арки. Проклеена крыша, пол в салоне, извините. Крыша проклеена. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. По дверям смотрим. Двери, первый слой вибропласт проклеен, толщина 3 мм. Второй слой проклеили, шумопоглотитель Integra 6 мм. Третий слой нанесли также вибропласт 2 мм, всего и будет 4. Продолжаем работать. Закончили клеить шумоизоляцию на Kia Seltos. Проклеено шумопоглотителем пол в багажнике, проклеены задние арки. Двери проклеили третьим слоем вибропласта толщиной 2 мм. Проклеен пол в салоне. Проклеена крыша. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы наклеили на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!